И вот, вот, доброго здоровья, третье письмо в школу здорового образа жизни от Иры. Вот тут она несколько такое интересное, показательное. Давайте-ка мы по нему пройдемся. Дорогой Петрович, спасибо вам огромное за книги, они мне очень помогают. Еще раз представлюсь, молодец, меня зовут Ирина, мне 47 лет, я педагог по классу гитары. Кстати, я хочу гитары научиться. Учился, что-то разучил. И, по-моему, какой-то это самое... Представляете, разучил на гитаре, сыграл жене, это, дочке, и потом напрочь все забыл. Сейчас две гитары, ни к одной не берусь. Так, так что... Может, мы с вами еще, как бы сказать, поработаем в этом направлении. Решил его написать, так как мне нужны профессиональный взгляд такого человека. Ну, большего профессионала, чем я. На всем, так сказать, СНГ-вском пространстве. Ну, не будем говорить. Ну, может быть и не быть. А может быть и быть. Как вы на моей болезни, так, профессиональный взгляд такого человека, как вы на моей болезни и на мой запор в частности. Запор начинается. Ну, давайте разберем. Мой вес 68 килограмм, рост 170. Ну, это довольно-таки крупная женщина, да? По конституции желчи. Немного расскажу о себе для полной картины. И я сразу же начну давать... рекомендации. Я росла в семье, где отец был тираном. Он часто орал, бил маму, замахнулся на мою сестру табуреткой. Все детство и юность я провела под гнетом страха. Вот тут-то вы, набравшись вот этих вот эмоциональных зажимов, раковин, они, короче, перекрыли всю нормальную работу по всем параметрам. Поэтому дыхание, очищающее, полевую форму жизни буквально-таки начинаете сегодня и продолжаете. Выводите из себя вот эти все эмоциональные последствия. Если их не вывести, ничего не будет. То есть мы работаем на разных уровнях здоровья. И это один из важнейших, который прикрывает все там лекарства и процедуры и так далее. Потом я нашла христианскую общину и начала туда ездить. Но, ладно, это пропустим. Тогда я была здорова. Но как только я поступила в институт, начала жить в Москве и крестилась в этой церкви, на меня свалилось множество болезней. Множество болезней – это следствие того, что, знаете, вот человек вроде бы отошел от всего этого, от этих переживаний и так далее, но они там внутрях остались. И они начинают вот это все извращать, все эти нормальные физиологические реакции. Отсюда и пошло, появилось множество болезней. Мне был 21 год, да. Может быть, это совпадение, но с Богом у меня начались портиться отношения из-за болезни. Ну, в смысле, я так думаю, наверное, с этой церковью и так далее. С Богом никак не могут испортиться отношения. Я объясняю так четко, ясно, понятно. Понятно, ребенку буквально таки двухлетнему, который только начал говорить и что-то там понимать. Смотрите, Бог – это вот весь организм. А вы всего лишь навсего клеточка. Бог, то есть организм, вам дает все.
Вам дает саму жизнь, место, где вы будете жить, тело, пищу, ну все, все, все. Ну вот, вот организм вам дает. Ну, а как вы можете испортить с ним эти самые отношения? Это вы просто вот это по-детски, там, в кого кто-то там верит, в кто-то, кто-то верит в это, кто-то это. Везде говорится, Бог по-настоящему, Творец Вселенной, Творец ваш. Что вы тут вы думаете, каких-то там других богов, которые не это? Все началось с цистита и воспаления придатка. Вот, ага. Тогда еще запоры меня беспокоили мало. Но, смотрите, мало беспокоили, если запоры беспокоили мало. Кстати, я как раз и выслал и книгу «Все о запорах». Есть такая книга. Я думаю, в библиотеке она есть. Хотя некоторые говорят, что уже и библиотека что-то там перестала работать, на которую я ссылаюсь в электронном виде. Ну ладно. Так вот, начало. Вот этих вот, человек может даже и не думать, что у него там запор, он ходит, грубо говоря, раз в два дня, считает это нормально, вся эта ерунда накапливается, на этом вот дермице, которая не вывелась, размножаются разного рода микроорганизмы болезнетворные, и начинают, что там они, вот смотрите, первое, ну-ка где-то у меня, началось воспаление придатков и цистита. Толстый кишечник, где скапливаются вот эти все эти массы, каловые, неудаленные, да? Здесь как раз находится и матка, и придатки, и мочевой пузырь. И все эти выпады токсические, вонючие, и все эти вот эти вот всасывания, которые идут. А для микровой, если для глистов это все, наш организм куда хотят, туда эмигрируют. Все это. Вот они и получаются, что вот эти вот органы, значит, воспаление придатков и мочевой пузырь, они закономерно воспаляются в первую очередь, потому что вы создали для этого условия. Ну, все условия создали, а потом еще думаем. Так, к январю 97 года у меня уже не было сил вставать и что-то делать, и отец мне предложил поголодать. Он занимался голоданием. Ну, смотрите, с одной стороны, отец был, как бы сказать, тираном, а с другой стороны, занимался голоданием. Надо же. Интересно. И знаете, вот как не возьмешь какую-то историю или еще что-то, там столько вроде бы непонятных вещей, как при более глубоком изучении, там все как-то становится более-менее ясно, почему там тираны, еще что-то. Ну ладно. Занимался голоданием. Тогда я голодала по полю брегу и добавляла в воду немного лимонного сока и меда. Лимонного сока и меда — это уже не по брегу голодание, это уже где-то примерно, ну, другой вид голодания. И, ну, это своеобразная такая вот, будем говорить, как бы сказать, диета, которая, однако, не запускает те процессы, которые должны развернуться при голодании. Но, тем не менее, несмотря на это, у меня был и первый, и второй ацидотические кризисы. На 10-й день у меня вышло много гноя из уретры. То есть голод создал условия. Вот что делает голод? Он создает условия, в которых не могут жить болезнетворная микрофлора, в том числе и грибки, и так далее. Поэтому они такая в виде гноя, вышло много гноя из уретры. Отлично, что то, что там было, убилось и вышло. Так. А на 25-е вышла патология. Ну, тут она не написала, вышла патология, что это такое, что имеется под этим понятием, плесень, не плесень, ну, если сочтет нужным, то напишет дальше. Полночи у меня резало внизу живота, а потом сильными болями начался выходить урина с кровью и слизью. Ну, так и... вот мы все голодаем и думаем, что там... Если у нас что-то серьезное есть, это вот как раз оздоровительный кризис налицо. Вы же смотрите мою литературу, где я как раз изложил вот эту не концепцию, а правду матку, что это идет через кризисы. То есть не все так гладно, что болезнь так уходит.
как правило, кризис вас протрусит, температура, понос, там, все там такое. Вышло, ага, легче. Я проголодала 29 суток и начала выход. Отличный, это отличный голод такой, ух. Голод проходил очень тяжело, наверное, потому что клизмы я не делала. А надо бы себе помогать. А надо бы. А как раз я вам и в школе лечебного голодания тоже тебе рассказал. Плюс книга по голоданию. Я как-то не хочу хвастаться, но мои книги до сих пор лучше. Но никто что-то не написал. По крайней мере, мне не попадался материал, который бы... был бы равен моему, потому что я собрал все лучшее. Плюс еще сам прошел, обмозговал и понял, где работает, а где не работает. Ну ладно. Я прочитал о Шелтоне, его раздельное питание. А Шелтон откуда взял раздельное питание? А Шелтон взял раздельное питание, опираясь на исследование этого самого Павлова. Когда он разбирался на собаках, как работает пищеварение. И он там, вот, то есть, научно-теоретическая база основана на опытах, а не просто на каких-то рассуждениях. Именно сделана Иваном Павловым, которое Шелтон взял себе в разработку. А еще до этого много сотен, а возможно даже и тысяч лет назад, в Тибете я читал как раз это джудши, так там уже они как раз о сочетании пищи рассказывали. Что не подходит, грубо говоря, там кислое молоко, там, ну, примерно к огурцам свежим и так далее, и так далее. То есть тогда уже было все это известно, ну, в такой чисто примитивной и применительной, как бы сказать, манере. И это было изложено. Кстати, я это все изложил в своей книге «Золотые правила питания». Можете посмотреть. Это есть и в «Основах здоровья», в разделе питания. Это есть и в «Целительных силах», по-моему, том первый, да. Ну ладно, раздельное питание. На тот момент единственное, что я делала, это ела фрукты на голодный желудок. В остальном все как обычных людей. Смешивала мясо с картошкой, пила после еды. То есть это вот вроде как раздельное питание, но основное картошка и мясо, вот, это грубейшее нарушение. Мясо через тушеные овощи, картошка через тушеные овощи и так далее. Так, после голодания я летала. Естественно, избавившись от токсического содержимого за 29 суток, тем более вот эти кризисные явления произошли, которые вывели вот это болезнетворное начало. То есть организм перестал тратить энергию на их сдерживание, поэтому он полетел. У меня было новое тело и новое лицо, черно-белое фото, это после голода. А, ну ладно, посмотрим, где там она. Но где-то через 3 месяца все начало возвращаться. Естественно, если это все не закрепляется переходом на более-менее правильное питание, все это возвращается. Кстати, у Сергея Матвиенко это все и наблюдается в данный момент. Отголодал, так, сяк, а теперь раз-раз, все, что было, вернется и так далее. Так, вернулась температура и увеличенный живот. Значит, смотрите, вернулась температура, это говорит, если была температура, это говорит о том, что та инфекция, которая там в минимальном количестве сохранилась, ее можно было бы доработать, грубо говоря, питанием и так далее. При неправильном образе жизни питания она вновь получила подкрепление себе, субстрат для своего развития, а тем более, если еще запоры там были. И все пошло-поехало, и увеличенный живот. Так. Но в 2005 году болезнь переключилась с внутренних органов на руки и ноги. Ну, она прогрессирует, оказывается. Вот интересно, она просто не стоит на месте. Это мы можем стоять на месте. А вот болезнь имеет такую тенденцию, особенно там вот это все, это микрофлора болезнетворная, грибки вот эти все, они постоянно эволюционируют, где что захватить, кого все, новые области и так далее. Ну, руки, ноги. К
Как-то занималась физическими упражнениями и легла в позу рыбы. После этого с коленями что-то случилось, я не могла стоять больше 20 секунд. Смотрите, а если с коленями что-то случается, вот как правило, это грибковая инфекция. То есть, возможно, там молочница. Ну, никто же не говорит так, знаете, там запор. Вот. И она-то любит как раз поражать суставчики, да. Так, я не могла, значит, стоять больше 20 секунд. Это продолжалось 8 лет. 8 лет, ё-моё. 8 лет человека учили уму-разуму. Возьмись за свой ум. Исследуй эту проблему. Почему так? И, знаете, вот если вот тут не помогает, значит, ищи в другом месте. В третьем, пятом, десятом. Вот так надо поступать. Тут не знает. Тут ошибочно применяет, тут еще что-то не так. А вы ищите, хотя голод-то показал, что и как делать. Но это ж надо голодать, и голодать тут лишь тяжело. Нервы были на пределе, надо было как-то жить, работать. Ну ясно, жизнь идет под откос. И тут вместо того, чтобы опять-таки, знаете, вот как я всегда говорю, вы сядьте, вот вам очень плохо по жизни, и болезни, и безденежья, и какие-то там все эти неудачи и так далее. Сядьте хорошенько и подумайте, почему, и что надо сделать, и с чего надо начать. И начинайте с малого. Ну вот, допустим, голодание, не хотел человек над собой работать. Далее я начал себя постоянно травмировать. Отжимала белье, делала обычные движения. С рукой что-то случилось, она просто висела 3 месяца без признаков жизни. Еще раз говорю, вот эта вся микрофлора, особенно грибковая, она эволюционирует. Она захватит все новые и новые очаги в организме и при этом вырубает те или иные функции. Рука работала, потом оп, перестала работать. На подъем ноги упал флакончик с духами, к вечеру ступня стала страшно болеть, я начала хромать, а потом вообще перестала ходить. 4 недели я лежала, а потом ночью икроножную мышцу пробила, как будто током, и нога восстановилась. И так далее, и тому подобное. В течение года я ходила только 2 месяца, все остальное время лежала. Так прошло 5 лет, понимаете, 5 лет. Вот, чтобы, опять-таки, вот, было время подумать, исследовать, выучить тут хренову тучу разного рода литературы, проштудировать, чтобы как-то себе помочь. Кому я только не обращалась, дошла до института ревматологии, потом занималась психологом, решая проблемы с отцом. Все бестолку. А потому что, почему все это бестолку? Да потому что подход совершенно не тот. Вот я сижу тут, светоч народной медицины и здорового образа жизни, у меня совершенно иной подход. И я, не стесняясь, вам говорю, у меня подход следующий. Первое – нормализовать внутреннюю среду организма. Второе – нормализовать эмоциональную составляющую организма. Желательно все это вместе делать. Для этого, для нормализации внутренней среды мы делаем с вами клизмы, чистим печень, закрепляем это более-менее разумным питанием, чтобы не было. Да, и еще противопаразитарку, чтобы почистить организм от паразитов. Делаем эти самые дыхание, очищающее полевую форму жизни, чтобы избавиться. И плюс изучаем себя, кто мы такие, какие побуждения нами движут и какие черты характера и привычки они сформировали. Дабы сделать их полезными, а не вредными. Наш главный инструмент, ум, он должен, знаете, работать без всяких эмоций, знаете, так вот, как компьютер, качок, чук-чук, вот эта программа, это туда, это сюда, и так далее. Никаких эмоций. И выводить, грубо говоря, на правду матку, выводить на эффективную жизнь. А не просто так. А мы, ай-яй-яй, прошло 5 лет. Так, все бестолку. Ну, естественно, бестолку. В 2011 году судьба меня свела со старшей медсестрой одной психиатрической клиники. Она сказала просто, тебе к нам.
А вот вы знаете, я для себя разузнал, из чего мое сознание состоит. Вот из чего. Более того, как оно образуется. Я это все исследовал. Я в этом деле уникум, извините за хвастовство. Почитайте мои книги на эту тему, я вам там рассказываю. Уникум! С чего возникает сознание, как оно строится, далее как работает и так далее. А зная все это, ну вот это сами себе, как бы сказать, режиссер, сами себе сценарист, сами себе хозяин. А оно тебе, тебе нам. Врачи рассуждали так. У депрессии есть симптомы. Убираем депрессию, уходят симптомы. А я вам просто говорю, депрессия, сколько я видосов сделал. Это отсутствие желания жить. Потому что ничего не получается в жизни. Ни по здоровью, ни по семье, ни по работе, ни почему не получается. И тогда возникает вопрос, естественно, а зачем тогда жить? Так вот, чтобы все это разгрести, das ist, разгрести, вы начинаете с малого, с первого, с базы. Вы делаете себе фундамент здоровья. И на этой, как бы сказать, далее настройки начинаете делать свое благосостояние и так далее, и так далее, и так далее. Очень все просто и легко. Убираем, уходят симптомы. И через какое-то время они действительно стали уходить. Мне поставили диагноз вялотекущая шизофрения и дали вторую группу инвалидности. Далее, все, да. На эту пенсию я сейчас живу, так как работать у меня нет никаких сил. Теперь я пожизненно должна, как они говорят, пить антидепрессанты и нейролептики. Что об этом вы думаете? Я только что сказал. Сказал, уважаемая Ирина и все посетители канала, которые будут смотреть вот это вот видео, включите свою голову. Всю жизнь антидепрессанты и нейролептики, и от этого вам стало легче, да? Что вы об этом думаете? Да я уже давно свои думки рассказал. Посмотрите на меня, может я там как-то там лицом не вышел, там фигурой не вышел, еще там что-то, состарился, там зубов там не хватает, или еще там что-то там. Но я бодр, свеж, как огурчик. И мне очень интересно жить. А энергия, вы чувствуете? Энергия. Вот как вот этой энергии не хватает. Когда у вас будет энергия, у вас уже жизнь будет бить ключом. Вам интересно будет. К тому времени я пила сено, чтобы сходить в туалет. Но в этой клинике меня подсадили на химическое слабительное, которое я пью до сих пор. Ну и что? Ну что? Про этот запор вы вот как раз в этой книжке вы почитаете. Что происходит, когда человек принимает слабительное? Надо простимулировать перистальтику толстого кишечника. Вот надо ее простимулировать. Ее достимулировались до таких вещей, что эта перистальтика, понимаешь, высохла там, она перестала реагировать. То есть у нас есть такая вещь, как привыкание там, к лекарствам, у нас есть такая вещь, как порча от этих лекарств и так далее, и так далее. То есть как лошадь, которую загнали, и потом от нее еще ожидают, а почему ты не встаешь, не скачешь, а что ж с тобой случилось? Так вот точно вы толстый кишечник загнали. Легко и просто вернуть это все. Ну все, до того, как это все, знаете, загубилось. Я как раз рассказываю, что я делаю и так далее. Вот я не буду рассказывать про это. Вот вы смотрите видосы. Вот смотрите видосы и ищите эти крупицы, где я об этом рассказываю. Думаю я. Что мне думать? В том времени так. После всех этих антидепрессантов мой кишечник вообще перестал работать. Ну и все, вот и все. У вас депрессия, у вас боли, еще там что-то, а вот лекарства. А потом начинается, вот смотрите, кишечник не работает, в желудке появляются язвы и так далее. А это к другому врачу. И вот это называется лечение, понимаете? Я вот на все это смотрю, мне от этого
как бы сказать, смех от этого всего горя, вот это вот, это, от этой глупости, которая сейчас правит миром, и она вот эта самая. И попробуй, что им скажи, да ты что, да кто ты такой? Да вот я кто такой, вот я вот такой стал. А кто вы такие с больными суставами, с неработающим желудком, я уже о члене не говорю. Он у вас так просто болтается, как это самое. Кто вы такие, вот после всего этого? Так, теперь я пью слабительно раз в неделю, из меня выходит то, что скопилось за неделю. Ага. Живу так уже больше 15 лет. Так, мните свой кишечник, мните живот, мните, возьмите вот палку буквально, вот такую вот палку, и проминайте его, чтоб он хоть как-то заработал. Плюс свежевыжатые соки, плюс проросшее зерно там. Я так понимаю, на свежие выжатые соки, соковыжималку, там может денег там не быть. Но зерно-то вы можете купить и все это использовать. Каши там. Так живу уже больше 15 лет. А что это за жизнь? Знаете, я лично на какую-то такую жизнь не согласен. Я согласен вот на такую жизнь. А если что-то там не получается, ну я уже пожил там, все там. Если моего ума там не хватает. А на такую жизнь я не согласен. Диаметр кала какой-то очень узенький. Видно, что прямая кишка сжалась до минимальных размеров. Это говорит о том, что спазм. Надо дышать. Для того, чтобы эти спазмы убрать. Запоры бывают. Атонические, когда он не работает, кишечник. Спастический. От всех этих переживаний так сжалось, что вот эта кишка, которая, вот, грубо говоря, вот такого диаметра, она становится, ну, буквально-таки, вот этот карандаш. Естественно, такой уже там еле-еле как-то там выдавливается, знаете, паста с тюбика. А при этом выгляжу я очень даже неплохо. У меня свежий цвет лица, никаких прыщей. Но, как бы сказать, это радует. То есть у вас еще досталась жизненная энергия для того, чтобы начать над собой работать. Начать работать и возродиться, как птица Феникс, из этого дерьма, в котором вот этот попали. Где-то 2 месяца назад я начал смотреть ваше видео. Ну, у вас есть время. Там около 4000 видосов. Вот и ваша задача. И просматривайте видосы, заходите в библиотеку и читайте книжку. Я вам, по-моему, выслал. Так, спасибо вам за них большое. Я загорелась и начала действовать. Ну, наконец-таки. То есть, когда к человеку попадает, наконец-таки, настоящая информация, которая показывает, тем более примеры я привожу, которые рассказывают то и все, как человек от чего избавится, то человек действительно загорается. А почему бы и я не попробовал? Так, с 20 марта изменила питание. Молодец! Сначала делаю себе сок из моркови и свеклы, потом им салат метелка, сырые свекла, морковь, капуста, потом уже картошку или мясо, все раздельно. Отлично! То есть вы начали, вступили на этот путь и действуете. Не сразу все будет возрождаться, но будет. Воду после еды не пью, люблю майонез. Так с майонезом тоже это самое, завязывайте, не особо, так сказать, его это. Для вкуса не без того, там, потому что там, грубо говоря, салат-метелка не такой уж вкусный. Но, так сказать, меру знаете, перестала есть всякие сладости после еды. А сладости после еды как раз они способствуют тому, что все забурлит, заквасится, чтобы там плесень развивалась и так далее. С 26 марта начала пить керосин, плюс гвоздика и тмин против паразитов. Отлично. Неделю, ну это тут с 26 марта, тут у нас сколько там, неделя примерно прошла, да? Ну вот, грубо говоря, рассказывайте о своих, так сказать, оздоровительном пути, что? Так, неделю поделал микроклизмы с упаренной уриной. Вот видите, вы можете даже упаривать урину. Делайте с ней еще массажик всего тела, потом душик. Контрастный. Первый день вышло немного каловых камней. В остальные дни вообще ничего.
в день Экадаши сделала две большие клизмы, каждая с обычной урины. Также вообще ничего, моча даже цвет не изменила. Пожалуйста, посоветуйте, что делать дальше, чтобы запустить кишечник. И вообще, запустится ли он после перерыва? Запустится он после перерыва. Я вам многое наговорил, но подведем итог. Первое, это дыхание и счастье делать. Значит, салаты метелки, как вы начали, так и продолжайте. Если они будут вызывать газообразование, значит, тушите тушеные овощи, вот, типа джип-сандала. Значит, попробуйте вот это вот достать зерно на базаре и делать блюдо из проросшей пшеницы, на основе проросшей пшеницы. Вот, массаж живота. Старайтесь гулять. А так вы все, сок правильно пьете, там, раздельно вы уже стали питаться. Вот это, хотя бы вот это. И уже через месяц у вас будут какие-то результаты. Но, говорю, запустить не так-то просто, как думается, но все можно сделать. Тем более вам 47 лет, вы педагог по гитаре, а я хочу научиться. Может, мы с вами друг другу и поможем. Ну, как говорится, как-то так. Все, давайте, работайте. Через месяц пишите отчеты. Будем вас корректировать. И дело пойдет. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.